Здравствуйте, мои дорогие. Маленький видосик про искусственный ручеек. Есть вот как бы ручьи натуральные, есть искусственные. Так вот, будет сейчас маленький видосик про искусственный ручеек. Мы вот сейчас вот смотрим, есть у нас озеро. Как там в песне поется. Озеро надежды, озеро любви, ты видишь, как и прежде. И вот здесь вот пьет родник, вот, буквально возле берега. Искусственный ручеек. Конечно, можно замедлить, но это не имеет значения. Ну ладно, не будем об этом долго. Искусственный ручеек, это прикольно. Солнце греет землю, воду. И в любую непогоду есть мгновение, усталость. В жизни много птичек, радость тех, которые летят в край далекий, где хотят, там и какают, живут, там и писают, умрут. Ну а мы же человеки, мы другие в этом веке, проживая век свой мило, забываем, где кобыла. А кобыла, как всегда, так трудилась, что тогда же ребеночку сказала, чтобы он кушал только сало. Жеребеночек большой, и колбаску он рукой нежно взял.